Женскому предпринимательскому сообществу Ленинского городского округа «Нежный бизнес» исполнился один год. Представительницы движения собрались вместе, чтобы в неформальной обстановке подвести итоги работы за этот период и поздравить друг друга. Сообщество «Нежный бизнес» создано для того, чтобы объединять девушек и с целью взаимовыгодного сотрудничества. Девочки знакомятся между собой, они образуют какие-то новые проекты со своими бизнесами, новые коллаборации. Это очень здорово, потому что это развивает их бизнесы, это развивает их лично. «Нежный бизнес» – проект региональный. Ему оказывают поддержку правительства Московской области и торгово-промышленная палата. В отделении нашего муниципалитета на настоящий момент состоит более 70 бизнес-леди. Стоит отметить, что в непростое для предпринимателей время девушки смогли не только сохранить свой бизнес, но и вписать его в современные реалии рынка. Наше сообщество выращивает микробизнес в более крупный и дает очень много новых проектов и много пользы для жителей города Видного. И мы этим гордимся. Направления работы бизнес-леди из Ленинского округа самые разные. От салонов красоты и танцевальных студий до языковых школ и центров пиар-технологий. Множество проектов постепенно интегрируются в общественную жизнь муниципалитета. По нашему городскому округу мы сейчас работаем над этим. Да. Я думаю, что мы составим некий план и совместно с этим бизнес-сообществом будем его внедрять. Я думаю, что все впереди. Свое видеообращение с поздравлением записала заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Надежда Карисалова. Я же, в свою очередь, готова всегда вас всех поддержать, всегда прийти на помощь, решать ваши проблемы. И от всей души еще раз поздравляю вас всех с праздником! Также перед собравшимися выступили почетные гости. Девушки поделились планами на будущее и договорились о дальнейшем сотрудничестве. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.